Сериал «Полнолуние» является одним из самых популярных турецких сериалов. Тандем Джана Ямана и Özge Gürel, сыгравших главные роли, настолько понравился зрителям, что продюсеры вновь сделали их главной парой в другом сериале «Мистер Ошибка», который вышел в 2020 году. Предлагают посмотреть, как за эти годы изменились актеры, сыгравшие в сериале «Полнолуние». Пятидесятилетняя Аюми Такано сыграла в сериале учителя японского языка и делового партнера Назлы. Сама актриса заявляет, что была очень счастлива сыграть в этом проекте. Это был первый телевизионный сериал Аюми за долгие годы. Несмотря на то, что актриса живет в Турции с 1997 года и имеет степень магистра в области кино-телевидения, она до сих пор сталкивается с трудностями получения ролей. Поэтому после сериала «Полнолуние» Аюми до сих пор не сыграла ни в одном телевизионном проекте. При этом актриса продолжает играть в театральных постановках. 57-летняя Ешим Гюль сыграла в сериале «Мать Ферита по имени Леман Аслан». Актриса продолжает играть как в телевизионных сериалах, так и в театральных постановках. Четырнадцатилетний Алихан Туркдемир сыграл в сериале племянника Ферита по имени Булут Кая, которого он пытается усыновить. Он очень любит Назлы и часто пытается свести ее со своим дядей. Несмотря на свой юный возраст, Алихан играет в известных проектах наряду с опытными актерами. Алихан продолжает сниматься как на телевидении, так и в полнометражных фильмах, а также играет в театральных постановках. Тридцати шестилетняя Алара Бозбей сыграла сестру Демира и Денизы по имени Демет Каяндер. Ее героиня отдалена от своей семьи, потому что вышла замуж за Хакана против их воли и не разговаривала ни с кем из них уже много лет. Она хочет усыновить Булута, потому что он единственное, что не осталось от брата. Но ее муж использует это в своих целях, получая контроль над бизнесом. Актриса, в свою очередь, продолжает сниматься в телевизионных проектах. 38-летний Баламир Эмрен сыграл лучшего друга и делового партнера Ферита по имени Энгин. Актер продолжает сниматься во второстепенных ролях и редко появляется в каких-либо проектах. Баламир 2 года назад женился во второй раз. Свадьба актера широко обсуждалась в соцсетях из-за того, что он женился на невесте своего погибшего друга. Поэтому Баламир никак не афиширует свою личную жизнь. 40-летний Берг Яйгын сыграл помощника и водителя Ферита по имени Тарык. Актер редко появляется на телевидении, предпочитая играть в театре. Берг ведет непубличный образ жизни. Известно лишь то, что актер женился и у него родилась дочь. 25-летняя Илайда Акдоган сыграла младшую озорную сестру Назлы по имени Асуман Пинар. После сериала «Полнолуние» актриса ни разу не появлялась на телевидении и снимается только для цифровых платформ. Илайда встречается с иранским баскетболистом и часто делится романтическими фотографиями. Актриса сопровождает своего возлюбленного в поездках. Илайда отмечала, что скорее является блогером, чем актрисой. У девушки активный блог с 1 миллионом подписчиков. 38-летняя Тюрки Туран сыграла бывшую девушку Денизы по имени Алья. Актриса продолжает сниматься как в телевизионных проектах, так и в полнометражных фильмах. Помимо актерской деятельности, Тюркю также занимается музыкой и даже выпустила клип. 35-летняя Özgür Serçeler сыграла лучшую подругу и соседку по комнате Назлы по имени Фатош. Актриса продолжает сниматься как в сериалах, так и в фильмах. В настоящее время
Узнер играет в популярном сериале «Ялы Чапканы», а также в театральной постановке. Сорокатрёхлетний Неджиб Мемели сыграл мужа Демет по имени Хакан Ондер. Актер имеет большую популярность в Турции, поэтому играет во многих известных проектах. Также Неджиб снимается и для цифровых платформ. 35-летний Хакан Курташ сыграл эмоционального брата Демет и Демира по имени Денис Кая. Актер в настоящее время снимается в сериале для цифровой платформы Netflix. Помимо актерской деятельности, Хакан также является музыкантом и выпускает песни. Тридцатитрёхлетний Джан Яман, сыгравший главного героя Ферита Аслана, является одним из самых популярных турецких актеров. Джан 2 года назад переехал жить в Италию и с тех пор не снимается для турецкого телевидения. Актер снялся в 2 сезонах итальянского сериала «Виола». Также Джан Яман завершил съемки в сериале под названием «Эль Турко» для цифровой платформы Disney. Однако из-за того, что платформа перестала публиковать турецкие сериалы, судьба данного проекта остается неизвестной. Актер является амбассадором многих известных брендов и часто появляется на красных ковровых дорожках. В настоящее время сердце актера свободно. Тридцатишестилетняя Özge Gürel, сыгравшая главную героиню Назлы, является одной из самых популярных турецких актрис. Özge не везет с ролями, поэтому ее проекты закрываются из-за низких рейтингов. Однако это никак не сказывается на ее популярности. Поэтому Özge является амбассадором многих брендов и недавно появилась на красной ковровой дорожке на Венецианском кинофестивале. Итальянские журналисты и поклонники с восторгом встретили актрису, которая поразила всех своим образом. Также Özge дала интервью иностранным изданиям. В личной жизни актрисы все складывается прекрасно. В 2022 году Özge вышла замуж за актера Серкана Чайоглу, с которым встречалась 8 лет. Возлюбленные сыграли волшебную свадьбу в Италии, которую восторженно обсуждали в соцсетях. Мы рассказали вам, чем занимаются и как выглядят актеры сериала «Полнолуние» в настоящее время. Пишите в комментариях, кто из актеров вам нравится больше всего. Спасибо за просмотр!